Даже при минимальной ставке с Salimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Salimbet. Salimbet. Максимум от игры. Мы добились сегодня отличного результата. Вот, ребята на поле сражались друг за друга, было единство. Это всегда мы очень храним. Это для нас один из самых составляющих элементов. Все вместе. Вот, прекрасная поддержка болельщиков. Приехали с Воронежа нас поддержать. Вот, ну, что можно сказать по игре. Мы понимали, что будет для нас сложный матч. Где нужно, мы терпели. Где была возможность, мы атаковали. На мой взгляд, мы контролировали игру. Понятно, что «Динамо» создавало моменты, без этого, в принципе, ни в одном матче не бывает. Но мы справились с давлением и имели аргументы в атаке. Очень доволен результатом. Благодарю парней за желание, за страсть, за самоотдачу. Ну, с хорошим настроением готовимся к следующему матчу. Ваша, пожалуйста. Дмитрий, добрый вечер. С победой вас. Спасибо. И болельщики сегодня поддержали, опять вас приехали. То есть сегодня у вас был 13 игрок. Но хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Все-таки в первом тайме было очень много моментов, когда ваши игроки после столкновений долго лежали. То есть хотелось бы, чтобы все-таки в дальнейшем нам, как зрителям, которые смотрят такой футбол, чтобы мы избегали такой ситуации. Ну, я вам могу сказать, посмотрите повторы повнимательнее. Если вы про первый тайм, вот, рядом со мной, я своими глазами видел, когда Хызыру Апаеву был нанесен жесткий удар по ногам, там чистый фол, вот, и желтая карточка, на мой взгляд. Второй момент рядом, когда Апаев Хызыр убирает мяч вовнутрь, там тоже чистый фол и чистый удар по ногам. Они валялись, если... На ваш взгляд, вот. На мой они не валялись, они терпели боль, и действительно было больно. Поэтому я не готов сказать, что наша команда симулировала. Вот. Если больно, они встают и терпят. Нет, не валялись они, просто складывалось такое впечатление, что они уже стали сбивать темп и немножко замедлять игру, чтобы, так сказать, сбить пары в соперника. Это только было внешнее впечатление. Да, это внешнее, наверное, ваше впечатление. Я так матч не увидел. Дмитрий Анатольевич, а вот с другой стороны показалось, что вы хотели выиграть больше, и эмоций положительных хотели получить больше, чем московская «Динамо», у которой сегодня был день рождения. Ну, я не готов за «Динамо» говорить, да, у них есть главный тренер. Вот, за свою команду скажу, да, мы очень хотели выиграть. Для нас это был очень важный матч. Мы хотели порадовать своих болельщиков многочисленных, которые остались в Воронеже и сюда приехали. Но и мы в таком положении находимся, что нам... Очень нужны победы. И мне понравилось, как мы готовились к матчу, понравилось настроение ребят. И мы верили в то, что мы можем это сделать сегодня.